Здоровенькие были граждане и гражданки, с вами я, Моритурус, а значит меня на канале, и погнали новый видосик от Моритуруса, и посвящен, короче, тайпу 64-му. Да, мы этот танк любим, ценим, и вообще это, ну, такой убер-пупер нагибной, да еще плюс еще, к тому же, еще и золотой танк, в общем-то, все отлично, все в порядке. Да, кстати, всем спасибо за то, что вы скинулись и, в общем-то, смогли подарить мне такую великолепную машинку. Но на самом деле это не самый нагибной бой, вернее, как, с моей-то стороны все нормально, но вот со стороны моей, к сожалению, команды, не очень, но зато будет здесь некоторые интересные моменты, на котором есть, ну, в принципе, смысл поржать. Итак, в общем-то, это, как вы видите, карта у нас под названием Штиль. Это, ну, если можно так выразиться, нижний левый респ. И я, естественно, устремляюсь на левый фланг, там, где у нас есть подъемчик, как мы видим. В общем-то, меня никто не подсветил, и никому это, в общем-то, не надо. Противоположному Т-37, видимо, это неинтересно. Итак, я вижу P-43 бис, и, естественно, я начинаю по нему накидывать. Вот, ну, как видите, встает он на гуслю, но тут же чинится и поехал назад. Так, ну что, в общем-то, пробития, к сожалению, пока что нет. Он у меня становится какими-то интересными углами, но вот он снова на гусле. Второй выстрел, вторая гусля. Естественно, полетела арта, уж тут же три арты. В общем-то, хотя всего 47, как бы, процентов на победу, у нас только что умер КВ-2. О, боже мой, на таком расстоянии, да, не самый целкий танк. Но, тем не менее, я пытаюсь еще что-нибудь выстрелить, высветить. Но, в общем-то, предпринимаю попытку все-таки откатиться назад. Да и ладно, в общем-то, уходит P-43 бис, но у нас также уходит Т-34-100. Итак, у нас минус 2 танка, у противника тоже минус 2 танка, у них 37-й тоже ушел. Так что мне пока больше, в общем-то, не страшно, никто меня не засветит. Но и я, в общем-то, тоже почему-то никого не вижу. Должна светиться вроде бы 65-й шведов, но не светится. Он, предпринимаю попытку переехать чуть ближе, может быть, дальше будет круг засвета, и, в общем-то, все будет замечательно и хорошо. Итак, я вас... Ну что? Где же ты, где? Тунс, туду, туду, тунс. Никого не вижу, никого. И вот у нас уничтожается противник Су-14 на 2. И это хорошо, это очень замечательно. Шанс на победу уже, в общем-то, поднимается до 53. И вот тут я вроде бы как чувствую, знаете, такой... Да, ладно, погорячился, поторопился, уже не чувствую. ВК-30-02 уж входит в ангар от Шкоды. Ну, видно, да, что у нас прорыв идет по... В общем-то, скажем так, по правому флангу, если можно так выразиться. Но у нас, посмотрите, ИС-3, а Пантера 2, Type 58. Ой, в конце концов, все они на моем фланге, поэтому, естественно, нужно подъехать, посветить. И посмотрите, посмотрите, я вижу ПТ-хи, вот они, падлы какие. И, в общем-то, только что был промах, но, к сожалению, Борщ не промахивается. Да, Борщ — это сила, Борщ — это мощь. Борщ, в общем-то, попал в меня на 470. Печально, но, правда, выхватила и, соответственно, команда противника. 744 по засвету у меня, не так, чтобы очень сильно хорошо. Ну и, согласитесь, это лучше, чем ничего. 49%. Опачки, какие попочки! Стерва М42-57 летит на меня, летит! Выхватывает на 443, и, естественно, была уничтожена ОУИ. ОУИ! Ну что, у нас есть-таки шанс на победу. Будем вытягивать этот бой, как бы это ни было тяжело. Итак, прицеливаюсь, выстрел по КВ-2. Он был я на волоске от смерти, но нелегкая пронесла, в общем-то. И вот сейчас произойдет такой интересный момент. Посмотрите, ИС-3, Пантера, Тай 58. В общем-то, все ребята на этом фланге, только что КВ-2 выхватил от, соответственно, нашей арты. И сейчас вот, в принципе, да. Да, у нас, посмотрите, у нас по правому флангу проходит P-43TR и КВ-2. И, естественно, в ангар уносятся сразу две наших ПТ-шки. Отлично, что можно сказать? Просто великолепно, просто классика жанра. Да, но КВ-2... Опачки! И тут вот, посмотрите, я несусь вперед, но не замечаю, что сзади у меня в тылу практически появилась СУ-152. И опять-таки буквально волосок на волосок от смерти ухожу я от выстрела. Выстрел сам делаю, но не пробиваю его в лоб, потому... И посмотрите!
Ай, красавчик! Просто фантастика! Я, знаете, блин, не хочу перематывать этот момент, это и так было круто. Согласитесь, просто вражеская, вот эта вот 65-2 только что совершила гигантский прыжок Веры, но Вера ее подкачала. Вера Анфиса. Итак, вот посмотрите, опять Пантер наш, Дивик, который отлично выстреливает по КВ-2, а какая-то сраная 90-Б уничтожает нашего ИС-3. Вы можете в это поверить? Вот где он сдох? Где сдох этот гад? Вон он где сдох, и я... Вот, ну как это? Ну возьми ты чуть, блин, влево. Ёперный театр! О, боже мой, как же тяжело играть. Ну, соответственно, посмотрите, наша пантерка вторая вернулась назад и вот, в общем-то, нормально так постреляла. Вот сейчас я не решаюсь стрельнуть, потому что был, в общем-то, сюда смотрел в мою сторону борщ. И вдруг, если бы я засветился, вдруг бы он сделал выстрел. 393 еще раз от него отвалилось. Ну, это неплохо, но это не совсем то, что хотелось бы. То есть он не ушел в ангар, а у нас 6-5. И явно, что наша команда, в общем-то, да, она гнет пока что. Ну что, вот она, противная 90-Б. Всего 800 хп, 333 уже от нее отваливается. Да, к сожалению, далековато, и тут вот целкость меня подводит, еще выстрел и рикошет, или что-то непробитие, ну, в общем-то, вот еще 111, и давай, ну, блин, и я промахиваюсь, к сожалению, а была возможность поставить на гуслю. И поверьте мне, это, к сожалению, да, тот момент, когда нужно было бы что-то делать. Вот сейчас есть хорошие... Опачки! Какие попочки! Посмотрите, сзади Гиви Пантер! Здесь, конечно же, что-то нужно делать. Нужно ее уничтожать. Я... Вот явно, что она меня видит, что она прицеливается. Давай, родная, ну что ж ты такой, блин, косой? Я тебе только в начале боя так хвалил, а ты так меня подводишь. Ну ничего, зато Лорка... 155-50 уничтожает пантерку. Это хорошо. А тут же, посмотрите, М12. Да ладно! Она несется в мою сторону. Явно хочет задавить меня тараном. Блин, мама родная! Спасите, помогите! Итак, только что была мной заработана медалька Камикадзе. И ну что? Да ладно! Какого органа? Какого художника потеряла страна в моем лице, блин? И вот здесь уже, конечно же, после моей гибели такой трагичной и, в общем-то, неповторимой, все в корне меняется. Все дело, посмотрите, у противника остается две восьмерки и одна семерочка в роли вот той самой противной 90-Б. А у наших, в общем-то, остается такая же 90-ик, одна 90-Б, одна пантерка и, в общем-то, две арты. В общем, если, скажем так, сложились бы карты замечательно и хорошо, в общем-то, пока что еще сохраняются небольшие, но все-таки шансы на победу. 4-3 все-таки в пользу команды нашей. И да. И вот, посмотрите, светится борщ. Вот сейчас можно было бы, конечно, пантерки, гиви пантерки наши отработать. Но я не понимаю, зачем. Вот я единственное, что не мог понять сейчас, это почему светить нужно было именно Лоре. Тем более, если она знает, что где-то на правом фланге там находится этот противный Крайслер. Зачем это нужно было делать? Вот кто-нибудь в комментариях потом напишите мне, пожалуйста. Я хочу понять это. Потому что я не понимаю. Да, спасибо Гиви Пантеру. Это еще один результативный игрок в этом бою, в принципе. И посмотрите. Вот сейчас Пантер просто выхватывает нехило так. А зачем? Блин, я просто опять еще раз хотел бы понять. Она знала, что Крайслер там.
Что? Что подвигло этого игрока? Твою дивизию с ником... Какой у него ник там? Гера! Герыч! Перестань уже употреблять эти тяжелые наркотики! И опять, посмотрите, Гиви Пантер опять отличается умом и сообразительным. Он забирает этого 90-го. И у нас, посмотрите, все шансы, просто все шансы на победу. Преимущество в 3 танка. Какого дьявола? Что делает этот 90-Б? Объясните. Он ведь даже в самом печальном, самом страшном, кошмарном сне ему не приснится, что он пробьет Крайслера. Твою дивизию! Ребенок, как тебя зовут? Ах, ну да, это же Алекс. Это Алекс. Алешенька, сынок, иди захвати базу, иди, родной, все дороги перед тобой открыты. Крайслер никогда не успеет до тебя добраться, потому что Киви Пантер свалит куда-нибудь. Вот, посмотрите, раз, 342, 341, прошу прощения. Карусель, карусель, начинаем рассказ. Прокатись на нашей карусели. Это трындец. Это классика жанра. И давайте посмотрим, а что же у нас будет делать Крайслер? А Крайслер у нас будет теперь отходить мордой вперед. Ну это и понятно. Я бы на его месте делал абсолютно точно так же. И кто же у нас вылазит первым? Абсолютно правильно! Алешенька, сынок! Внучок ты бабушкин! Пантер не попадает, зато Гивик, как всегда, лучший, в общем-то. Ну что, они, да, естественно, они не пробивают Крайслера. И вместо того, чтобы, в общем-то, подсвечивать для нашей более результативной Гиви Пантер, который, посмотрите, я хочу обратить ваше внимание, что он переезжает как раз туда, откуда ему будет легче наносить. Ну, я, правда, не знаю, сейчас я переключу. Да, молодец! Молодец! Просто фантастика. Крайслер уничтожает. Придурка. Ладно, Алешку. И теперь я бы хотел поближе представить вам Герыча. Герыч, употребляющий серьезные тяжелые наркотики, решил танкануть бортом. Как вы понимаете, у него это не сильно получилось. В общем, у меня уже не хватило терпения, и я пошел. Да, Пантер ему советует: беги, бери базу. Это то, что нужно было сделать вот этому IQV-90B, который с ником Алешка. Что нужно было сделать, в общем-то, тогда, когда Крайслер только повстречался с нашей пантерой второй. Ну, это не, никому не интересно. Это не прикольно. И, естественно, Крайслер идет к нашей пантере, которая, кстати говоря, в отличие от всех остальных, отстреливается. И посмотрите, если уж на то дело пошло, то имеет все шансы на то, чтобы, в принципе, уконтрапупить этого злостного Крайслера. Ну, если бы у нее было чуть побольше времени на перезарядку, сведение и выстрел. И как вы понимаете, соответственно, поражение. Да, были замечательные моменты, особенно когда вот этот вот 65-2 решил сделать прыжок Веры через меня, и, естественно, Вера его подвела. Был забавный момент, когда, конечно, две арты были мной засвечены и, соответственно, умерли. Очень смешно было, когда умерла об мои тушку. Тарата. Не очень было интересно и весело, когда меня убил 90-Б, конечно. Ну вот то, что Крайслер
набил 6 фрагов. Это, конечно, очень и очень печалит. В общем, пишите в комментариях, как бы вы поступили в таком бою и что было здесь с нашей командой сделано неправильно. Я-то уже, в принципе, рассказал вам, что я на эту тему думаю. Всего 130 хп отделяло нас от победы. Но нет, нет и еще раз нет. В общем-то, всем спасибо за внимание, всем... Короче, если вдруг кто-то не подписался еще на канал, обязательно жмите, в общем, там вон этот, подписаться, а также колокольчик, ну, чтобы я там буду постоянно, в общем-то, стараться чаще выставлять свои видосы. Вот, ну, а всех тех, кто уже подписан и кто является моим постоянным зрителем, всем спасибо за просмотр, жмите лайкосик, ну, и, в общем-то, оставляйте комментарии. Чем больше комментариев, тем лучше, чем больше лайкосиков, вам вообще большое спасибо. В общем-то, всем удачи, всем пока, ну, и, конечно, до встречи и ждите мои новые видосы.